Выбираем лучшего участкового. На сайте УМВД области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2017». Претендентов 25. В лидерах пока Вячеслав Олешков из Коряжмы. На втором месте Александр Станкович из Пинежского района, работает в поселении Кушкопальское. Проголосовать за своего участкового можно, нажав соответствующее слово. Регистрация не требуется. Отборочный тур продлится до 20 сентября. Затем второй этап с 7 по 16 октября. Голосовать можно будет на сайтах территориальных органов. А финал традиционно пройдет на федеральном уровне. Поморье представит лишь один участковый из 25 кандидатур. Результаты будут известны уже 17 ноября, в профессиональный праздник участковых.